Так, будем сегодня говорить о очень красивых книгах. Это книга «Деяния святых апостолов» и несколько посланий. Приглашаю вас так внимательно слушать, и мы не получим подробные вступления или такое введение в эти книги, но я бы хотел, чтобы целью было, чтобы вас заинтересовать, чтобы у вас было желание взять и читать Слово Божие. Деяния святых апостолов, некоторые называют это Евангелие Святого Духа. Это единственная книга, которая говорит о истории Первой Церкви, о том, как, конечно, название Деяния святых апостолов, действие, как Церковь движется, и, конечно, она движимая Святым Духом. Автор Деяния святых апостолов, святой Лука, который начинает Деяния святых апостолов таким способом, так как в первой книге, дорогой Феофил, я тебе рассказал о жизни Иисуса, то что шло дальше, ну, просто он продолжает эту, чтобы разъяснить, или начинает Деяния, начинаются из Вознесения Господа, где Иисус еще беседует с апостолами и потом говорит: «Останьтесь в городе, пока не будете крещены Святым Духом». И они остаются в горнице, там происходит избрание Матфея, потому что осталось 11 апостолов, чтобы было 12. Они выбирают таким способом, что дают двух кандидатов, и потом лосом выбирают, кто будет на место Юды Искариота. Но это до сошествия Святого Духа. Вторая глава – это праздник Пятидесятницы. В Иерусалиме собираются многие народы, или евреи, тоже прозелиты. И это рождение Церкви. Дух Святой снисходит на эту группу учеников Иисуса, это тоже женщины, это родственники Христа. Из этой группы, это тело, то есть группы учеников, становится Церковь, как тело Христово, которое получает душу, Святой Дух снисходит, и начинается приключение Церкви. Петр выходит на улицу и проповедует первую проповедь об Иисусе Христе воскресшем. Так что вторая, с 2 по 5 главу говорится в основном о апостоле Петре, о его служении, как с этого Симона, с этой трости стала скала. Как Иисус сказал: когда ты, Петр, обратишься, будешь подкрепляй, поддерживай братьев веры. 6 глава посвящена, и 7 диаконам, так как учеников становится больше и больше, и некоторым кажется, что как-то иудеи больше заботятся о своих, и эти прозелиты, или те люди, которые пришли из других народов, эллинисты, они что-то не получают столько поддержки, поэтому апостоли молились и выбрали 7 мужчин, которые были рукоположены диаконы, которые получили это служение, чтобы заботиться о нуждающихся. Но не только. Это Стефан, полный Святого Духа, мудрости. Он в
входит ну, в диалог с евреями, но заканчивается это его смертью, его убивают камнями. Но среди этих диаконов есть тоже диакон Филипп. В 8 главе есть такие два события, которые говорят о том, что Филипп после начала преследования в Иерусалиме, они разбежались многие в другие страны. Он, Филипп идет в Самарию и там проповедует Иисуса Христа, и многие люди принимают крещение, потому что он делает чудеса, изгоняет бесов. И этот Филипп служит как евангелист, как человек, который проповедует Евангелие. И апостоли идут в Самарию, чтобы возлагать руки на этих людей, чтобы они приняли Святого Духа. И Филипп идет еще, Дух Святой ведет его на дорогу, где встречает евнуха этого высокопоставленного человека в Эфиопии. И он проповедует ему Иисуса Христа и крестит его. Так что это Филипп, 8 глава. Но я, может, говорю вам содержание, но понятно, что можно было бы говорить больше, развивать это, но чтобы вы увидели эту структуру, и когда будете читать, рекомендуется читать Деяния святых апостолов в пасхальное время. Так что после Пасхи вас приглашаю, чтобы мы читали «Приключения первых христиан», «Деяния святых апостолов», чтобы восхищаться, как выглядела первая церковь и как мы можем из этого черпать. Так, потом там говорится немного о Варнаве. Это Варнава, человек, ученик Господа, человек, сын утешения. Он играет огромную роль потом, когда апостол Павел обратился. Но Павел идет, или Савл хочет поймать христиан в Дамаске и встречает Господа. Анания ему помогает в Дамаске. Но Павел, когда начинает в синагогах провозглашать, что Иисус Христос является Мессией, есть опасность, что его могут убить, поэтому апостолы его отправляют в свою страну, на родину, и церковь находится в спокойствии пока. И там есть служение Петра, следующей главы. Апостол Петр, который входит в дом язычников, 10 глава, дом Корнилия, где происходит Пятидесятница язычников. Он даже не закончил проповеди, и Дух Святой и наполняет этих людей. И потом придется Петру объяснять, почему вошел в дом язычников римского солдата. Антиохия, ученики разбежались, и там в Антиохии возникла красивая община христиан. Они были из разных народов. И Варнава, когда они увидели дело Святого Духа, то Варнава служит этой общине, и он идет пригласить апостола или Павла, который будет там служить, как они будут служить как учителя и пророки в этой общине. Между этим в 12 главе говорится о Петре, которого заключили в темницу, но он был освобожден, и Ирод умирает. Да? 12 глава, где видно такое восторжествование, победа. Несмотря на эти преследования, церковь развивается. Так, 13 глава, знаете, да, там это такой переворот или что-то новое возникает в церкви. Это миссия, это приглашение. Всегда было такое искушение закрываться в себе, несмотря на то, что Господь сказал, будете свидетелями мне по всему миру, до края земли. Но христианам удобно быть в Иерусалиме, или потом после преследования, может, где-то так недалеко жить. Но Господь поднимает людей, которые открыты. И на одной молитве, когда они постились, Дух Святой отделил Варнаву и Павла на новую миссию или новые действия церкви, которые так систематически потом с Антиохии высылаются миссионеры. Евангелие идет на запад. Так что миссионерские поездки апостола Павла, Варнавы и сотрудников.
Первая поездка, это было еще в Азии только. Там Варрава с Павлом вместе. Марк сбежал с этой поездки. И после этого первого путешествия или миссионерской поездки происходит собор в Иерусалиме, который решает вопрос, нужно ли язычникам принимать обрезание и весь закон Моисея, все эти предписания или нет. Ну и результат такой, что мы спасены верой в Иисуса Христа. Единственное то, чтобы не соблазнять братьев с иудаизма, нужно хотя бы эти такие основные вещи, да, соблюдать. Но мы не свободны, да, мы получаем уже из разных народов Евангелие, достаточно вера во Христа, крещение, основа для того, чтобы люди были спасены. Так, потом 15 глава до 18, это уже вторая поездка, где меняется состав, где Павел уже становится как бы лидером этой команды. Варнава идет в другую страну, потому что они не могли договориться насчет Марка. И Павел берет Тимофея и других силу, которые его сопровождают. И он идет, и уже потом эти поездки идут дальше. Они идут в Македонию, в Европу, где основываются в Коринфе, в Афинах, в таких больших городах общины христиан. Это очень ключевые миссионерские поездки, которые являются потом основой того распространения веры. Конечно, христиане, может, они путешествовали в единицы по всей Римской империи, не только апостол Павел. Например, ему не получилось сразу поехать в Рим, но там уже были христиане. В то время было достаточно движения людей, да, из-за работы или тоже у евреев, они были по всей империи римской, так что это были синагоги в больших городах, где не были синагоги, они и так собирались где-то у реки, так как там в Филиппах. Так что читайте, там есть интересно, как апостол Павел, где-то есть очень успешно, весь город слушал Павла, но потом обычно приходили преследования, где-то их не принимали, очень трудно было, тяжело. Но когда они основывали эти общины, они потом становились такими центрами евангелизации в этой области. И Павел их подкреплял, конечно, своими посланиями. И эти деяния апостолов нам могут показать, как действовал Святой Дух в то время. И может, и мы можем получать свет для современного мира, который очень похожий на тот мир, в котором находилось первое христианство. Первое поколение или второе поколение христиан. Ну и потом апостол Павел приходит в Иерусалим, где его поймали, где его судят. Потом он несколько лет провел в темнице или на заключении во дворе там этих римских губернаторов, или как их называют. И потом идет решением суда, он отсылается на Кесаря. Так что идет поездка, четвертая миссионерская поездка в Узах, но Павел идет в Рим, кораблем приплывают Малта, Италии, да, и там потом встречается с братьями на разных местах. И там чем заканчивается деяние, заканчивается таким странным способом, что апостол Павел находится в какой-то квартире, где он принимает гостей, и где он пытается объяснить братьям, евреям, что он не хочет жаловать свой народ, а что просто не принимают то, что они уверовали в Иисуса Христа. Ну и он получает эту возможность быть тоже в Риме и там провозглашать Евангелие. История, так традиция или историки говорят, что, наверное, его отпустили. Может, какое-то время он был на свободе, но потом во время Нерона, когда было преследование христиан, такое жестокое преследование,
64-м, кажется, году он умирает как гражданин Рима. Мечом его убивают и вместе с апостолом Петром. Не знаем, был в Испании, у него было желание поехать еще на край Римской империи в Испанию. Был или не был, нету доказательств, но может быть ему получилось. Но деяния заканчиваются так, что они не заканчиваются. Они остаются открытыми, как бы хотят сказать, что деяния, может, уже не апостолов, потому что апостолы умирают, но деяния учеников Иисуса Христа продолжаются. И ученики – это тоже посланные, это же тоже апостолы, что деяния апостолов идут дальше в истории Церкви, до наших времен. И мы можем сравнивать, да, как жизнь наших приходов похожа или не похожа на общины первых христиан, или как наша личная жизнь христиан, насколько мы похожи на первых христиан, а насколько нет. И всегда будет эта книга «Деяния святых апостолов» говорить нам о каком-то идеале. Но понятно, что церковь растет, она не будет всегда, как в детстве была, да, в начале, но есть какие-то модели, есть принципы, которые мы можем из этого черпать. Можем видеть тоже место проломления хлеба, Евхаристии, какое занимает в первой церкви проповедь, свидетельство, как христиане живут в общинах, как есть у них, конечно, и свои трудности, проблемы. Особенно это потом видим в посланиях апостола Павла или в других. Так, хотя бы такое. Это, мне очень нравится эта книга, я люблю ее читать. Думаю, что один раз в год стоит минимально ее прочитывать, читать ее таким духовным способом, чтобы спрашивать Господа, да, что ты говоришь нам сегодня, что Дух говорит сегодня Церкви. Дорогой друг, мы очень рады, что ты смотришь нас. Надеемся, что это слово приносит тебе пользу. Давай вместе будем делиться благой вестью. Подписывайся на наш канал и отправляй это видео друзьям. Будь благословен. Послание. Что думаете, к какой группе книг, помните, если мы говорили, что исторические книги четыре Евангелия и Деяния святых апостолов, а послания это какие книги? К чему относятся, к какой группе? Да, учительство, отлично. Мудрость, учительство. 21 посланий, это мудрость Нового Завета. Канонические книги, которые вошли в канон. Мы там можем находить, во что мы веруем и как жить в этом мире. Есть более систематическое учение, излагается, особенно, например, послание к римлянам, где апостол Павел излагает то, что он провозглашает. Но есть меньше систематически, но мы там находим то, что есть, во что мы веруем. Тоже мы видим жизнь и проблемы первой церкви, разных общин, как, например, в Коринфе, где есть трудность удержать единство. Тоже мы видим, как отличается послание Якова, отличается, но они дополняют друг друга, и послание к римлянам. Да, они не стоят против себя, они идут рядом, они дополняют друг друга, они есть какая-то гармония, но мы видим, есть течение или традиция, которая связана с иудаизмом, есть традиция, может быть, апостола Павла, его школы богословской, и тоже Иоанна, Иоанновые послания, об этом будем говорить, опять как бы еще какой-то другой способ, как подойти к вере, как видеть Господа, да, это язык тоже. Так, мы там видим, да, история, исторические книги говорят о прошлом, пророческие книги говорят о будущем часто, как откровение апостола Иоанна в какой-то мере говорит о будущем, а мудрость, значит, послания, они для всех времен, для всех поколений.
не говорят только о прошлом, они говорят тоже о нас. Так, есть две группы, называем их кафолические или соборные послания, которые были адресованы всем христианам, а есть послания, которые были адресованы одной общине, но они потом, конечно, были используются для остальных, да? Но они больше отвечают на проблемы этой конкретной общины. Так, начнем, так как в русской Библии есть в начале эти кафолические послания, да? Если будете в других странах, больше дают, в начале есть послание апостола Павла, так что, но мы будем сегодня говорить о некоторых посланиях этих соборных, которые адресованы всем общинам. Послание Якова 12 коленам в Римской империи. Или, понимаете, понятно, что апостол Яков, он хочет особенно говорить христианам с иудаизма, но не только. И так можно такое название быть исполнителем слова. Да, об этом говорит апостол Яков. Так, кто Яков? Так больше склоняются, потому что Яковов есть несколько в первой церкви, и есть вопрос, который Яков написал. Но больше всего склоняются к двоюродному брату Иисуса, о котором пишется тоже у Матфея. Это Яков младший, или есть еще Яков Альфеев. Навряд ли это был Яков Зеведеев, да, потому что его убили очень рано. Наверное, наверняка это был Яков, который возглавлял общину в Иерусалиме, который был столбом. И, наверное, это был брат, двоюродный брат Иисуса Христа. Знаете, да, что некоторые братья не приняли Иисуса как Мессию до воскресения, но потом... Говорят историки, тоже не только источники христианские, но и из других каких-то, не только из Библии, что они обратились, приняли Иисуса, что он есть Мессия после воскресения. У Якова он был большим авторитетом в церкви, и когда читаем про собор в Иерусалиме, то Яков выступает, и он его... Речь, его слово помогает, конечно, решить этот конфликт, который был в первой церкви. В этом послании, он практически, это послание, это письмо, и там есть этика для христиан. Некоторые вопросы очень важные. Связывает Ветхий Завет и Новый Завет, похожий на книгу притч в Ветхом Завете. Дает мудрость. Он очень глубокий. Очень много можно там черпать с послания Якова. Но и там находится тоже, это известно, то, что есть как бы такой конфликт, что в церкви говорят, одни говорят, что верой мы спасены. И что это значит? Яков говорит, но вера без дел мертва. Покажи мне свою веру, я тебе могу показать мою веру с моих дел. Да, и тот автор, с которого я черпал, что Бог видит только веру человека в его сердце, да, насколько человек верует или нет, а человек видит дела. Мы не можем смерить. Как мы можем смерить веру? Да, это тоже есть такой вопрос. Приходит человек, хочет принять таинство, и как священник может смерить его веру? Но может спросить, ходишь в храм каждое воскресенье или нет. Да, это есть вопрос. Ты веруешь, что на мессе есть Евхаристия, есть Христос живой, что ты там должен участвовать или нет? Если ты не ходишь, то потом вопрос, насколько ты веруешь, для чего ты хочешь принять таинство, например, там, исповеди, или если тебе не интересна месса. Ну, понимаете, о чем я говорю, да? Мы видим только внешность, ты молишься или нет. Но не видим в сердце, насколько тот человек верующий. Или видим его плоды, его веры, что он доверяет Богу, что он честно работает, что он доверяет Богу в материальном плане, что он молится в разных областях, доверяет Богу, что он будет отвечать на его молитву.
Так, потом Яков говорит о том, как быть святой и как жить в этом мире, в котором мы находимся. Не только как быть спасен, а как стать святым. Что значит святость? Можешь говорить, что ты духовный или святой, но если не держишь язык, не можешь управлять своим языком, то есть сомнение, что ты действительно уже зрелый. Так что вера не только убеждение. Он там потом говорит, бесы тоже знают, что Бог существует. Они тоже веруют, что Он есть, но они боятся, да, они трясутся перед Богом. Такие темы еще, чтобы видеть о мудрости, потом о терпении и страдании, чтобы исполнять слово, не быть только слушателями, что посмотришь в зеркало, увидел себя, но потом ушел и забыл, как выглядишь. О благодати, что нам необходима Божья благодать, о вере и делах, потом о языке его речи, да, что не можешь прославлять из одного источника и горькая, и сладкая вода. Потом о духовной борьбе, что мы сопротивляемся или ведем борьбу в духовном смысле. И дружба с миром является враждой против Бога. Не в смысле таком, что мы не должны любить природу или не любить людей, как в таком смысле, но в смысле мир с его испорченностью, да? Мир с его ценностями, как мы видим сегодня. Если кто-то любит мир, его ценности, то, что есть в мире, похоть, вожделение глаз, очей, гордость житейская. Если ты это любишь, то ты будешь во вражде находиться против Бога. Потом в конце этого послания есть место, где говорится о еле о помазании. Да? Если кто-то болен, пусть призовет пресвитеров в церкви, пусть они молятся над ним, помазав его елеем. Господь простит ему грехи, если согрешил, и исцелит его, болящего, и исповедуйте друг другу грехи, да, или друг перед другом грехи, признавайтесь во грехах. Первое послание апостола Петра. Так, автор Петр, который стал скалою, и это видно в этих посланиях, что это человек, который... У него есть авторитет, но он любит людей. Он говорит о пастырстве, о таком, тоже говорит про авторитеты. Говорит так, что стойте твердо в преследовании. Тоже говорит о подчинении властям. Не потому, что они хорошие, а потому, что так Бог устроил мир. И в этом подчинении есть тоже какая-то зрелость христиан. Что даже рабы подчиняются своим господинам. Христианство не идет против властей, но приносит каким-то другим способом эту перемену. Да? Так, потом много говорит о страдании. Еще не было такого жестокого, кажется, в это время, жестокого преследования, но могли им забрать имущество. Так как сегодня, да, что могут на вас насмехаться, издеваться над вами. Так, он говорит, не должно вас это удивлять, братья, что страдаете, что не должно нас это удивлять. Если ты страдаешь, если ты живешь как ученик, если ты не страдаешь, есть вопрос, что-то может быть не так. Или ты сам приспособился этому миру. Может, ты не в мире живешь, но может живешь среди христиан. Второе, радуйтесь, если участвуете в страданиях Христа. Радуйтесь, когда страдаете. Страдание может нас укреплять и усовершенствовать, но не страдайте за свои грехи, а за то, что вы живете праведно. И несмотря на то, что вы живете праведно, люди могут вас ненавидеть. Потому что Иисуса тоже ненавидели. Иисус это предсказал. Апостол Петр, он это знал, осознавал. Когда их бичевали в Синедрионе, они вышли и радовались, что могли, были достойны страдать за это имя. Какая разница, да? Перед страданием Иисуса и после того, как Дух Святой наполнил Петра. Так, здесь идут такие, несколько таких цитат, которые очень такие известные. «Будьте всегда готовы всякому,
дать отчет вашей вере. Значит, если кто-то будет рядом, кто будет готов слышать твое свидетельство, то не бойся, просто расскажи ему о своей надежде. С кротостью, да? Дай ответ. Потом любовью покрывайте множество грехов. Особенно в общине, да, в церкви. Любовь прикрывает множество грехов. На него возлагайте свои заботы. Он позаботится о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев. Это уже такой знакомый, известный текст, цитата. Здесь идет такое интересное высказывание, что спасает нас крещение. Да? Не все течения в христианстве это понимают. Некоторые думают, что крещение это какой-то символический обряд. Но здесь написано, что крещением мы спасаемся. Иисус сказал, кто уверует и будет креститься, будет спасен. Да? Что крещение несет эту силу спасения. Так что если вам нужна надежда в трудностях, хотите вдохновиться, то читайте первое послание апостола Петра. Второе, оно возникает позже, кажется, недалеко от того, как уже Петр будет страдать за Христа. И оно говорит немножко по-другому. В первом послании говорит о этой опасности, которая приходит извне. А в этом втором будет Петр, он говорит о опасности, которая находится внутри, в церкви. Стойте крепко против ереси и греха. Там Петр вспоминает, что есть уже послание апостола Павла и говорит о них, что это Писание. Так что уже эти послания уже были как авторитетные, но говорит, немножко Павел сложно говорит, будьте осторожны, чтобы неправильно не толковать эти послания. Да? Толкование и тоже каждое пророчество не допускают приватное какое-то толкование. Да? Не может каждый себе толковать, как хочет. Что в церкви есть способ, как Дух Святой ведет церковь. И там об этом говорит, в этом послании, второе послание Петра. То, что я сказал, да, что второе говорит о этой опасности, которая может возникать внутри в церкви. Так как в истории Израиля были лжепророки, то можем предполагать, что и в истории церкви, и в церкви могут возникать лжепророчества. Поэтому будьте внимательны и очень старайтесь различать, какой дух за этим стоит и какие плоды. Потому что фальшивое учение ведет потом к неправильной жизни, к практике, которая видно потом плоды, что они не соответствуют тому, что нам Господь доверил. Он там именует какие-то тоже течения. И можем видеть, что в первой церкви тоже есть сложность, что всегда была опасность, что церковь будет разделяться на разные ну, верования, да, и что это есть опасность вне, это преследование особенно. А внутри разделение лжеучения. Так что необходимо, чтобы был авторитет тоже в церкви. Бог проявляет терпение. Например, говорили люди, что ну, Бог такой милостив, не надо сильно переживать. А Петр говорит, что это сегодня, да, есть такая проблема тоже в церкви. А Петр там объясняет, что если Бог ангелов не помиловал, в смысле таком, что оставил их, что они были свержены из небес, тем более людей. Если, и там потом есть такие примеры из истории спасения. Ну и говорится о том, что мы можем участвовать в природе Бога. И на Востоке это называется обожение человека, да? Что человек преображается. Это уже такой положительный, да, то, что он говорит об участии нас, людей. В этих посланиях тоже есть, говорится о священстве, которое выходит из крещения. Это участие в священстве Иисуса Христа, что мы являемся царственным священством, народом святым.
Так, еще одно послание на сегодня, очень короткое. Это послание святого апостола Юды. Это брат этого Якова. Значит, это двоюродный брат Иисуса Христа. Вероятность. Но есть еще Юда Фадей, да, среди апостолов был вопрос, кто есть автор, если приписывается апостолу Юде. Но это послание, это только одна глава. Предостережение перед фальшивым учением. Так как несколько стихов очень похожие, даже дословно, схожие со вторым посланием апостола Петра, был вопрос. Один от другого как бы и взял, или как-то по-другому, или может быть какой-то один источник, но может это не так сильно важно. Но там есть там очень красивые стихи в этом послании у Юды. То, что было и во втором послании апостола Петра, что фальшивое учение приходит к фальшивой этике. Эти учителя учили, что Бог милостив, то, что я сказал, да? Поэтому могут жить, как мне нравится. Используют образы из природы, как это есть в природе. Потом такие цитаты. «И вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». Такие самые известные части, которые есть в этом послании Иуды. И завершение этого послания идут такая доксология или прославление Бога, так что он не только говорит о проблемах или каких-то отрицательных ситуациях или проблемах, которые есть в церкви, но говорит тоже о том, что Бог прославляется в нас, и так завершается это послание. Ну хорошо, так что это было введение несколько посланий, введение святых апостолов. Может, есть связи с этим у вас какие-то вопросы? Там есть прямо сказано, что такая практика была в церкви, но надо знать, что основа находится в этом служении учеников Иисуса. Иисус говорит: «Идите передо мной, провозглашайте Царство Божье, возлагайте руки на больных», и они мазали их. Или Иисус использовал тоже какие-то жесты. Так что есть основа в этих местах тоже в Евангелиях. Так что не только это место. Да? Но это место доказывает, что такое таинство или такая практика была в первой церкви. Потому что видите, как протестантизм пришел, и реформация, что они признавали только крещение, некоторые вечеру Господню, и все. Как бы больше таинств нет. Но мы видим, что... Потому что говорили, нету прямо написано в Библии, так как соло скриптура, и поэтому, что нету там прямо написано, что Иисус установил это таинство, для крещения есть. Да? Идите по всему миру, крестите во имя Отца и Сына Святого Духа. Для Евхаристии творите это в мое воспоминание. Да? Остальное нету в Евангелиях, но есть в других местах. Да? Мы можем видеть про миропомазание, когда в Самарии Филипп покрестил этих людей, что там потом, позже, приходят апостолы, которые молятся, возлагают руки на них, и они принимают дар Святого Духа. И это в церковь видит, это основа, это доказательство, что есть миропомазание. А здесь Яков, есть подтверждение, что существует таинство елеопомазания больных. Но остальное, рукоположение, да, священство тоже есть, что они возложили на них руки. Апостол Павел возлагал руки на пресвитеров, на епископов. И тоже есть, ну, бракосочетание, основа Кана Галилейская, первое чудо Иисуса на свадьбе. Так церковь это видит, да, что церковь не черпает только, что только то, что в Библии написано, потому что мы говорим о апостольской традиции. Не все было записано. Но у нас есть еще апостольская традиция, где мы можем опираться на этот опыт. И мы видим, что самые старинные церкви, эти, которые у них есть 2000-я история, они
Литургически у них есть семь таинств. И на Востоке, и на Западе. И в армянской церкви, и в других, которые, может, не являются православными, но у них есть эти таинства. Ну, что потерялось? Ну, потерялась, может, вера, что Бог может делать чудеса в каждое время. Можно это объяснить таким, что одна проблема – это был монтанизм. Но об этом я еще, может, буду вам говорить. Что были такие течения, как сегодня харизматы или пятидесятники, да? И они пошли таким неправильным течением, что они не подчинялись авторитетам церкви. Поэтому церковь относилась после Монтана и этих всех этого, как тоже, вы знаете, что Тертуллиан стал монтанистом, да? Это было уже потом, ну, как это было не, уже вне церкви, да? И, может быть, епископы боялись этих таких спонтанных групп, таких проявлений, и немножко так ограничивали мирян или... была более подчеркивалась эта иерархическая структура. А вторая, думаю, что вторая причина, что перестал катехуменат в церкви, и что после свободы, которую получила церковь, крестились толпами, можно сказать, те народы, которые приходили в Европу, и потом недостаточно делали формацию, и этот уровень жизни церкви, святость церкви шла, качество жизни церкви шло немножко в плохую сторону, но это как бы выравнивали монахи, да, монашеские общины, где жили святой жизнью. Но я не говорю, что это все плохо, но так была история. Это повлияло на то, что у простых верующих не было достаточно такое, ну, глубокая вера, формация, которую можно сегодня получить. Мы понимаем, что простые люди, они занимались сельским хозяйством с утра до вечера, они не умели читать, писать, у них не было образования, и не можем удивляться тоже, да, мы не можем сравнивать время, которое было там тысяч лет назад с нашим временем. Сегодня все могут читать, могут писать, все получают образование, или кто хочет, или есть у него способности, а в то время только богатые люди. Или в монастырях ты мог получить образование. Но если ты был простой человек в деревне, ну, понятно, что твоя жизнь была то, что ты в воскресенье пошел на мессу, где было чтение и какая-то проповедь. И то не всегда было понятно этим людям. Поэтому, может быть, эта жизнь церкви немножко была такая. И она до сих пор нуждается неустанно в обновлении церкви, чтобы быть... похожий на эту церковь, которая, или в чем-то, да, быть похожими. Но церковь обновляется всегда. Всегда были в церкви какие-то группы людей, которые очень глубоко святой жизнью жили. Кто хотел, мог взять. Кто не хотел, и сегодня можешь, может быть, можно было бы в церкви делать так, что этих людей, которые не живут так, как мы думаем в каких-то мерах, что мы их будем исключать из церкви. Есть такие деноминации, где человек напился, и они исключают его из церкви, да? Потому что это не соответствует, конечно. Мы, традиционные церкви, более вежливые к такому, да? Но это вопрос всегда, потому что этот человек, когда его отлучат, может быть, это его совсем сломает. И он уже не будет, у него не будет возможности никогда вернуться к Богу. Так что тяжело сказать, что лучше. Исключить или не исключить. Но мы более толерантны, да, в первой церкви ко греху было более строго. Если кто-то не хотел примириться, то его исключали. Ну да, но если... Есть община, которая знает друг друга, но мы не знаем, кто там держит гнев и приходит к причастию. Он только знает, и Бог. Может, он в семье с кем-то не хочет примириться. Церковь всегда
как бы принимала, поэтому была инквизиция. Но если власть мирская смотрела, как бы хотела поддержать сторону как официальной церкви, да, то, конечно, было такое, что церковь сказала, это ересь, ты можешь отречься от этого. Если не отрекаешься, то мы тебя сдаем просто мирской власти, и она тебя накажет, или тебя закроют в темницу, запретят тебе, например, проповедовать, или могут тебя казнить. Потому что ты развращаешь единство в обществе. Это потому что это не было только, что ты церковь, опасно для церкви. Для царя, для короля было важно, чтобы его подчиненные были в одной церкви, в одной вере. Если они разделялись, это было в его интересах, что он сказал, не будет такого. Да? И он послушал, что церковь сказала, авторитеты церкви. Если они сказали, это еретик, тогда еретик мог выбрать, или он отказался от этого, или просто его казнили, или избежал, как несторианские христиане в Казахстане. Да. Что, ну, так это было общество. Можем это судить, можем это не судить, не знаю. Но мы не можем это понимать, потому что мы живем в совсем другое время. Где есть более-менее демократия, есть какие-то секуляризованные общества. Но есть какие-то черты в каких-то странах, где есть какая-то религия, которую поддерживает государство, и она, конечно, заботится, чтобы был порядок. Имеет право, не имеет, это можете вы сами дать ответ.